КРН Люберецкая, старая наша колхозная косилка, перебрали ее. Вот так она швыряет. Трава густая, большая. Только вот первые прокосы начали делать. Посмотрим, сегодня попробовали. Передают дня 3-4 без дождей, так что посмотрим, высохнет у нас или нет. А вот скошено это польской косилкой. Это на силос. Сенаж будет. Так, уже день лежит, подвялилось, можно уже в принципе убирать. Но видео не об этом, а о крене. Значит, всем привет, вы на канале Антон М. Меня по-прежнему зовут Сергей. Так что смотрите, сейчас будем снимать видео про КРН. Вон она ушла туда вдаль. Сейчас придет поближе, еще раз засниму, посмотрим, как она идет. Вот он идет уже второй круг. Пока края не прокашивал. Сейчас не особо видно будет, но попробуем его снять, как он. Быстро едет. Как-то вот так. Вот такой травостой у нас, то есть достаточно хороший, по моему мнению. И вот опять же едет. Что он встает, не прокашивает большой слой или что-то мозги парит. Как-то вот так вот. Он ее маленько вывернул вперед, чтобы она встает. Встает костюм. А почему, непонятно. Скорость большая. Травы до хрена. Я так понимаю. Из-за этого он встает. Ну почему
допустим, так, потому что как бы погода позволяет. Возле дома вчера триммером скосил, раскидал, блин, все просохло. Сегодня приезжаю, смотрю, а после вирекса ни хрена не просохло. Ворошилкой, ну, опять же, ворошилка — это время, средство. Ну, подожду, вроде еще 2 дня есть. И потом с вирексом мне все-таки надо бы сенажа. У меня закатано 40 рулонов, а мне надо 150. И сейчас буду сено, силос, вернее, сено катать и профукаю весь свой силос. Пока трава еще не отцвета, не отцвела и не особо раскрыла бутоны, хотелось бы силос приготовить. Так что вот так, сейчас еще пару кругов посмотрю. Ну и на этом, наверное, все. Вот у него получился тут хрен. Сейчас он его добивает. Я попробую остановить, спросить его. Проблема у нее. Он вроде как набивает первую тарелку. Перед собой гребет кого-то. Хвосты там докашивает. Сейчас пойдет. По этой полосе пойдет. Как будто трещотка херово срабатывает. У меня такое ощущение, что она не разгоняет, или ремни. Сергей Викторович, я даже сильно извиняюсь. Этот, не ответите нам на пару вопросов? Я знаю, вы человек занятой, но на какой передаче вы косите? Вы идиот? Вы с этой деревни, нет? Да. С Лучаем, да? Ага, ну и чё? Так она встает из-за этого. Она встает из-за лома. Я же лом не регулировал, ничего. Как собрали тебя, как и все. Хоть слово, но и не работает. Ну уже поставили ленты же, все как положено. Гайку я же купил две. Где? А где она? Да, а? Да, ну тебе же одной не хватало, я вторую же купил. Ну, гайки все ставили, затягивали. Ну, так поставь. Ну, не там. А, ну, понял. У вас как этого? У Игорька Матвеева, да? Как по отчеству, извиняюсь. Забили солидолом он крышку, солидол с негролом, и маленько гонит. Ну лишь это лишка, да, Сергей Викторович? Да. Так что, ну как ваши ощущения? Что-то она гребет перед собой, нет? А? Не дотягивает, что ли, он? А, он тебе ее не выворачивает, не дает, да? Только потом подпускает. Понятно.
Ну вот этот и грохотал, кстати. Вон встает, не дает прокасу. Шо, ты на шестой коси. Ладно, всем пока, смотрите. Больше не буду снимать. Вот такой КРН перебрали. Натяжник весь, ну я запчасти не показывал. Натяжник этот весь перебрали. Здесь коническую эту вместе с валом перебрали. Все четыре этих верхних с гайками, подшипники все. В общем, она должна летать у нас как ракета. Единственное, кто будет менять вот эти вот, смотрите, взяли с нового образца, а этот старого образца, еле напялили ремни. И что будет дальше, еще непонятно. Шкивы, я имею в виду, большие и малые. Ладно, смотрите, что будет дальше. Дальше еще будет интереснее. Да, Сергей Викторович? После переборки не регулировали вон. И из-за этого он и как бы встает косилка. Но трава тоже такая жирноватая. И косилка останавливается, вернее вом останавливается. А не шкив, как я предполагал. Ну, гайку я уже снимал, улетело, хотя их протягивали, видать, просел больше. Пошутил, он косит на 5-6, так что на 7 тут еще далековато спортсменам, гонщикам. Ну вот, как-то так.